В данном видео вы услышите следующее. Президент Грузии заявил о поддержке санкций против России. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну что, приступим. Президент Грузии Саум Зурабашвили заявил в эфире телеканала CNN, что страна поддерживает все международные финансовые санкции против Российской Федерации, введенные с 24 февраля. При этом она не согласилась с заявлением британской журналистки, что правительство страны отказалось поддерживать ограничительные меры. В первую очередь мы поддерживаем все международные финансовые санкции. Это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии. В то же время мы участвуем во всех резолюциях, принятых для поддержки Украины, сказала Зурабашвили.